телекомпании Дарников представляет. Большой. Блять. Я вылетел. Гарри Ванду, разраб винды. Я, сука, чтоб ты сдох. Чтоб ты сдох, разраб винды. У меня переключился на второй. Windows 10, комбинация клавиш для переключения на рабочий стол. На второй рабочий стол, разраб, гори в аду, чтоб ты сдох. Я тебя хочу молотком, сука, зарубить, блять. Сука, чмо ебаное, сука, чтоб твоя мать горела в аду, блять. Чмо пидорское, сука, я тебя убью нахуй. Не находит. Комбинация клавиш для переключения Windows 10 на рабочий стол, на второй. Не помогло. Google, блядина, сука, кто тебя создал? Не помогло, блядина, сука. Блядь, кому бы об голову этот телефон-то ёбнуть, блядь. Пидорский, сука, гнойный, блядь. Как создать новый рабочий стол на Windows 10? Это что, сложно, блядь? Я его просто так создаю, какие-то кнопки ебаные нажимаю, просто, сука, на рандоме, блядь. Ну, короче, Google говно, блядь, Яндекс говно, сука, насрать бы на головы, блядь, этим, сука, пидорасам гнойным, блядь. Просто хуесосом уёбищным, сука, на голову насрать, блядь. Сука, говноеды, блядь. Ёбищные пидорские, сука, я рот их ебал, сука, матерей, сука, блядь, просто ложил нахуй, блядь. Win плюс таб. Ну, я только что зашел, блядь. Это на телефоне зашел в чат. Да, Win плюс таб. Win плюс таб. Да, это Win плюс таб. Угу. Это комбинация клавиш. Ну да, заебись. Из-за тех говноедов, тебе привет. А, ты прикинь, типа, такая хуйня, короче, я вот сейчас загуглил, да, загуглил, что, как переключиться на второй рабочий стол, а прикинь, а нету результатов, сука, я бы их, сука, на кукан бы всех натянул, пидорасов. Ладно, я с компьютера сейчас зайду, вот с компьютера, да, я с компьютера, вот сейчас, я сижу с компьютера, алло, блядь. Вот я на компьютере сижу. Вот я сейчас на гугле, да? Значит, на гугле. Как переключиться на второй рабочий стол? Windows 10. Ты представляешь, что эти пидорасы просто ничего не говорят? Просто ничего. Ну, просто загугли. Вот мой... Просто загугли, это пиздец. Сука, просто всем ссать наебало. Просто всем ссать наебало. Это пиздец. Это ублюдство. Ладно, короче, пусть сами разбираются. Мне на них насрать, блин. На них насрать, пусть сами разбираются. Мне на них похуй. Нет, достаточно просто винта было нажать и все.
немножко разобрался. Ладно, у меня там реально бардак был на рабочем столе. Не, она потом вернулась, а значки на место не вернулись. Она потом вернулась обратно, а значки как были, так и остались. Значки не поменялись. Они в куче всей. А у меня значков было дохуя. Так, ну посмотрим, на что он способен. Приколдес. Что-то пошло не так. Блять, что мне делать, нахуй? Сука, что мне делать, блять? Скины выключить, может быть? А при чем тут КС-очка? Какие, блядь, она команды нахуй на сервер отправляет? Блядь. Бля, просто пиздец. Охуеть. Сука, закрой эту поганую игру, блядь, Steam, выключение, блядь, выключи нахуй. Да, я КФГ не сохранил. Я нихуя не сохранил КФГ. Конечно, ну что-то сохранил, конечно. Что? Бля, кусок говна, блядь, обоссанного, ну ёбаный, блядь, петух, нахуй. Бля, уберите нахуй этот Steam, бля, ебаный, нахуй, сука, почините его, сука, это говно ебаное, бля, почините его, нахуй. Говнище ебаное, нахуй. Ничего не легло нормально. Легло именно в этот момент, что ли? А кто его, блядь, уложил? Я, что ли, его уложил, этот Steam? Ах ты ж, блядь! Сука! Сучий потрох! Габеновский! Сука, крючок ебучий. Работает? Не работает. Нихуя не, или работает? Ну работает все, бля, ебаный, блядь. Кибастос, я... Steam у всех лег. А, у меня просто... Не, у меня просто с интернета открывается, как бы, страница, профиль. Steam лёг у всех, блин, слава тебе, я подумал, что просто пиздец сейчас будет, короче. Ну ладно, хотя бы, не, я просто подумал, ну вообще проблемы будут, у меня один аккаунт, вот, типа один вот этот аккаунт остался ненужный. Клиент положил, наверное, чит, ну походу, да, походу чит клиент положил. Бля, может с какой-то подъёбкой, может, Васёк автоном вруби, так игра не запустится с автонома. Можно будет в обычные игры играть, а в онлайновские нельзя будет играть. Ну да, тогда буду ждать, получается. Подождём, пожалуй.
Все, заработал, нормально все. Заработал. Ну, а игра, игра должна была отмениться, правильно, я так понимаю. То есть игра должна быть отмениться. Бля, я, сука, конфиг не сохранил, уж переделывать надо. Ну, что-то сохранил там на полпути где-то что-то. Уложил, надо же. Прям вот самый ответственный момент. Только я зашел на сервер и сразу же. А я думаю, типа, сервер что-то послал, много команд. Да это их сервер много команд послал. Попробуй чужой фулл легит. Ну, фулл легит. Мне на радархак нужен, это во-первых. Во-вторых, ну, бля, мне главы напрягают немного в виннере. Чамс, точнее. Ха-ха, хорошо, а хорошо, сука. Блестяще просто, нахуй. Приехали, приехали, за что, блядь? За орехами приехали-то. Бля, ебать, пидорская конторка габеновская, блядь. Габеновская пидорская конторка. В автономном работает онлайн. Ну, странно, обычно он не должен работать в автономном. Так, ладно, блядь, разбираемся. Сейчас опять пойду. Сейчас поднастрою тут. Да, нормально вообще. Но если у тебя 16 гигов, то нормально. Чё тебе терять, если у тебя 16 гигабайт оперативки? Чё тебе это 4 гигабайта? Винда, Steam, там лаунчеры всякие. А в чем проблема connection заключается? А в чем проблема connection заключается? В том, что чит не рабочий. Ну понятно. Ну вы сами это видели, да? Я не знаю, где смотреть. В консоли, может быть. Короче, ваше предположение, почему эта хуйня не заходит? Теперь в Steam перезайди, я поржу. Давай перезайдем в Steam. Сейчас экран включу. Ты что думаешь, она просто крашит все, что ли? Крашит все, что есть? Да ну не может такого быть. Ну, блядь, типа сервера я не верю. Перезахожу. Семь дней получил. Нет, смотри, перезаходит, нормально все. Короче, ну, сами видите, да, Winner у меня не работает. Так что, сорян, конечно, сорян. Но такая хуйня. Раньше быстрее было. Ну, быстрее было, значит, почему? Надо, значит, другие видео смотреть, как ускорить загрузку карт. Если у тебя 7 дней бан, значит, ты не первый раз уже банишься. За то, что ты не успеваешь подключиться. Если бы ты первый раз забанился за то, что ты не успел подключиться, тебя забанил на 30 минут, наверное. Так. Ну. Нужно тогда КФГ загружать после захода в катку. Знаешь, я когда вот 4 месяца назад пробовал катку сыграть с ним, у меня все нормально было. У меня даже external, в принципе, адекватно работал. А сейчас у меня external вообще неадекватно работает. Он как будто, блядь, с ума сошел. Как будто его в психушку запрятали, блядь. Своих чужими показывает. Радархак вообще, блядь, ересь какую-то несет. Короче, я не знаю, кто вот сейчас пользуется. В общем, инфа нужна. Инфа. Потому что это не работает.
Короче, мне ничего не остается делать. В общем, мне надо, значит, юзать вот это дело. Вот это дело мне надо юзать. Вот это вот. Приобретать подписку. Вот. Я понимаю, чит бесплатный. Им никто не занимается особо. Вот. Никто там особо не занимается. Ладно, короче, я покупаю вот эту залупу.